Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки, рыболовной ловли. Хотел бы записать свой видеоотчет по поводу посещения реки Петрицы, район Сосновка. Погода уже распогодилась, с утра была метель, шел снег, соответственно, и рыба клевала. Рыба — это у нас плотва, ловлю на поплавочной удочке. На мормышке сегодня, если и клюет, то очень мелкая рыба. Мелкая плотвичка поймал, я не знаю, где-то. Для сравнения, такая хорошая плотвичка, грамм по 100, наверное, вот, залетала. Я здесь даже такую, даже осенью не ловил, не попадалась она мне на удочку. Вот зимой подошла, удачно попал. Вот теперь давление более-менее, конечно, падало, до 722 падало. Сейчас где-то 734-736. Все-таки поймал этот момент. Это место кормил на протяжении, наверное, 2 недель, 1,5 недель, ходил сюда. Закармливал, кормил сухарями, плюс манка смешивал и через кормушку забивал. Кормил центральную, вот эту лунку. И вот на эти ловил. Самая крупная рыба, как ни странно, вот плотва на отдалении попадалась на эту. Вот. В преддверии вот праздника 23 февраля решил выбраться. Видимо, не зря. Долго я ждал, долго ждал этого выхода плотвы именно на этом водоеме. Вот время, наверное, уже 2 часа дня. Пришел 8 часов утра ловить. Где-то 8:30 начал ловить. Вот. Отловился, неплохо отловился по этому водоему. Наконец-то я разловился. Блин, повезло мне. Соседи ловят, бегают с чертиками, ловят. Ну, на чертики что-то сегодня вообще никак. 1, 2, 3 рыбки там. Единственное, у них окунь в лове присутствует. Там 2 окуня, 1 плотва. Один пробегал, у второго спрашивал. 2 плотвички, 1 окунь. Вот, на безнасадку. Что-то никак-то они. Плохо у них. Так, в принципе, все. Вот. А, по поводу вот поплавочных удочек. Долго я регулировал. Наверное, монтажа 4 или 5 перепробовал. Поплавочки обычные. В итоге настроил основная леска 0.14. Поводок 0.08. Вот, крючок самый маленький, который нашел. Вот единичка по нашей классификации. Поплавок там граммовый, даже, наверное, меньше. 2 дробинки. И поводок, леска 0.08 и крючок. Крайне чувствительный, очень легкая снасточка. Вот, вода не мерзнет в лунках. Ловить приятно, хорошо. Руки так подмерзают, но опять же на ветру. Так, в принципе, все. Поймал где-то в районе 1,5, может, 2 килограмма плотвы. Сейчас буду выдвигаться домой. Все, всем удачи, удачных рыбалок. Хвастань чешуи, увидимся.